Всем привет! Сегодня я буду обучать вас вертушке. Некоторые называют это торнадо, 360 или еще как-то. Точно я в эти термины не углублялся, но знаю точно, то что я ее умею делать. Правда, не профессионально, то есть получается у меня нету хорошей растяжки, но я это компенсирую за счет своего выпрыга. Получается, у меня нет растяжки, чтобы дотянуться до головы соперника. Но я могу за счет своего выпрыга, то есть подпрыжки, я могу вытащить эту вертуху ему до головы. Разберем полностью технику. Я покажу вам, как это делать красиво и эффективно. Итак, ребят, это уже где-то 26-е видео. Я точно не помню, уже не считал. Но знаю точно, то что просмотры прям конкретно упали. Я не знаю, возможно, вам это не интересно. Возможно, мой челлендж не интересен. То есть, когда я выпускал раз в неделю, они хотя бы набирали по 10 тысяч просмотров с моей аудитории, почти 500 тысяч, я не знаю, куда пропал мой актив, возможно, это в этом и я виноват, но виноват также YouTube, потому что не уведомляет о моих видео мою аудиторию, поэтому, ребята, я не знаю, как сделать, ну как, проверьте все колокольчик уведомления, если он работает, то я не знаю даже, что делать. Чтобы начать делать вертушку, для этого вам нужно хорошенько разогреться и растянуться. Получается, вам нужно растянуть бедренные мышцы, чтобы у вас нога могла вылететь. Ну, я думаю, у каждого человека, ну, наверное, неразвитая гимнастика, потому что, блин, я никогда не садился на шпагат. И я думаю, то, что у многих сейчас даже шпагат развитие, чем у меня, потому что у меня там деревянная растяжка, поэтому мне нужно хорошенько разомнуться, чтобы выкрутить вертушку на данный уровень, чтобы ему по голове дать. Какое упражнение вам нужно знать для начала? Стоите, ну, то влево, то вправо, в такой манере стоите, потом делайте такой сустав, как бы меняет стойку, то есть получается правша становится левшу, а левша становится правшу. Вот в сторону. Это первое упражнение, то есть вам нужно менять стойки. После этого какой-то сделать. Дальше идет кружок. Ну это как, уже 360 идет, но это уже не вертушка, а просто как вы покрутились вокруг своей оси, то есть встали сюда и обратно встали. Получается, вы сделали 360. После этого вы уже будете дорабатывать свои ноги. Опс. Поднимаете левое колено, вот как вы сменили стойку. Эта нога у вас, колено поднимается, и вы закручиваете. Так. То есть, получается, стоите. Это делается для того, чтобы, ну, вы как нормально закрутились, и в конце, то есть, это как бы показали ногу и кинули правую. После этого, в конце, на последнем упражнении, вы выкидываете правую ногу в голову соперника. Получается, стоите. Это делаю я, потому что у меня нет растяжки. А многие делают это вот так. Вот что значит, когда нету растяжки. Вот, чуть выше меня. Вот его лицо где-то. Рост 180. У меня 170. Вот, стоите так, спокойно.
стой. Ты курик отпустил, испугался. Все. Я надеюсь, там какие-нибудь спортики не напишут, что ты неправильно делаешь, неправильно обучаешь. Я это делаю чисто для красоты и для себя. Поэтому кто хочет, тот по этому примеру может научиться, а там дальше уже у профессиональных людей, там тренеров уже научиться полностью технике.